С Республикой Татарстан, Самарская область, связывают давние, дружеские, соседские, добрососедские отношения. Здесь очень много сделано, и сегодня мы подпишем с Султаном Ильичем дорожную карту, очередное соглашение по укреплению нашего взаимодействия во всех направлениях. Это образование, это экономика, это социальная сфера. И каждый проект, который мы сегодня утвердим, он будет реализован в полной мере, что обеспечит нам еще большее взаимодействие, еще большее взаимопонимание и, самое главное, большую совместную деятельность, а также совместную жизнь на территории нашей великой страны нам, добрым соседям. При этом важно, что мы развиваем культурные связи. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Болгарской исламской академией и Павловской академией образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита Московского. А сегодня мы также в нашем соглашении, в нашем плане мероприятий на ближайшие годы планируем подписать ряд соглашений в развитии. И, конечно же, здесь хотел бы отметить большую работу всех коллег, кто присутствует, особенно Конюкаева Фархудина Патридиновича и всех активистов, которые вместе с вами помогают нам в развитии наших добрых дел. Особое внимание, конечно же, мы всегда уделяем нашему добрососедству, межнациональному, межконфессиональному миру. И здесь, на Самарской земле, это придает особое значение. В решении этих вопросов, безусловно, огромная заслуга муфтия Талипа Хазрата Ярулина и возглавляемого им регионального духовного управления мусульман Самарской области. У нас вот есть, с одной стороны, такой хороший сегодня повод обменяться идеями, мыслями. Я бы хотел, чтобы каждый из вас знал, что все идеи, предложения, которые есть, все развитие, которое необходимо, мы командой правительства Самарской области, каждый глава на своем месте, каждый активист, каждый руководитель общественной организации вместе с вами продумаем, в программу развития включим, мы будем вместе работать с тем, чтобы Самара становилась еще сильнее, а наши добрые отношения с Республикой Татарстан укреплялись. Самара для нас стратегический сосед. И всегда у нас исторически прекрасные отношения с Самарой. И мы старались, и наши коллеги из Самары тоже всегда нас поддерживали. Мы всегда открыты по любым вопросам. Ну и, конечно же, наша просьба, чтобы вот татары проживали на Самарской земле так же комфортно. Мы сегодня подписываем важное для нас соглашение, дорожную карту, которая еще раз укрепит, подчеркнет те проекты, которые необходимы для нашего развития. Ну и, конечно же, всегда не стесняемся обращаться и учиться у старших товарищей, у мудрых. Всегда будем обращаться к опыту Республики Татарстан по всем направлениям. Спасибо, что вы позволяете нам учиться. Хочу отметить, что наши регионы, они промышленные, основные промышленные регионы нашей страны. И мы соседи. Вот у нас всегда были очень добрые и теплые отношения, не только в вопросах экономики, и культурный обмен, и значит, передовой опыт нашего региона, вашего региона. Всегда это было для нас очень важной составляющей нашей работы. И вот вы правильно сказали, сегодня мы наметили следующий этап в наших контактах, и это очень важно, где мы все эти моменты отразили. Самара, Самарский регион. Ваш регион – это один из промышленно развитых регионов с огромным потенциалом. Сегодня мы подписали соглашение между нашими регионами. Здесь все направления – и образовательные. Как мне дали, по-моему, 1351 студент учится в Казани. Это же хорошо. Надо, чтобы из Татарстана учились у вас, из Самары учились у нас, ну и много других. И по товарообороту мы два промышленных региона друг друга очень сильно дополняем. Мы будем работать не только во благо интересов наших регионов, мы будем работать во благо развития, процветания нашей страны, Российской Федерации. Мы добрые соседи, это исконные, традиционные связи, которые никогда не разрушите, наоборот, мы будем только укреплять. Поэтому здесь все направления важны. Это, как я Рустам Ильич сказал, и образование, это и обмен в сфере здравоохранения, это обмен в сфере
культурных достижений двух регионов. Но самое главное – это общее развитие. Вот туризм, о котором вы сказали, для нас очень важен. Почему? Великая река Волга, Кама. Очень много водного туризма, который мы сейчас будем развивать. И здесь есть очень большой проект, который мы сейчас только начинаем совместно продумывать, который бы позволил связать туристически еще больше наши регионы. С точки зрения развития промышленных предприятий, сильнейшие предприятия Республики Татарстан, сильнейшие предприятия Самарской области уже в кооперации. И мы сейчас будем смотреть на тем, чтобы они вместе работали еще больше и, как следствие, создавали еще более высокотехнологичные, конкурентоспособные продукты. Ну и, конечно же, то, о чем сказал Рустам Нургалиевич, комиссия Госсовета по направлению развития инфраструктуры, ранее строительства. Сейчас комиссия Госсовета по направлению промышленности. Будем работать вместе с тем, чтобы предлагать те решения, которые позволят нам, как стране, быть еще сильнее по этим направлениям. Не забывая при этом, конечно же, что работаем в регионах. У нас очень много муниципальных образований. В каждом есть татары. И мы каждый раз встречаясь, видим поддержку, видим взаимопонимание. И самое главное, единое совместное... Да мы семья. Что уж тут говорить. Вот скажу честно, мы семья. Так и будет.